Здесь можно голы забивать в ворота. И вот такой типа боулинга для маленьких деток. Jawohl! So, und du? Komm, jetzt nochmal. Fester. Oh, geh nochmal einen Schritt vor. Noch einen Schritt vor. So, jetzt. Oh, ich hab keine Bälle mehr. Oh, einen hab ich noch. Девчонки выиграли призы. Вот такие кепочки выиграли. Что у вас еще? Мы в пакетиках. Сладости, шарики. Достань, Мелисса, покажи. Какие шарики вот такие с логотипами. Потом сладости. Сладости, это желатинки. И такой для ключей. Шлиссель-ангена. В общем, ключи сюда вешать, такой типа как, я не знаю, как называется по-русски. Вот. Вот такие у девчонок призы сегодня. Довольны, рады? Да. Есть еще вот такой штацион, такая станция, и нужно забить гол. Можно походить. Вот тут выставка машин. Можно посмотреть. Такие машины. Вот такие разные. Шонры, уже раритет. Вот эта машина 1965 года. Вот данные. Вот такие. Вот это 66 года машины. Это 96-го. Это уже поновее, это последнее, 2004. Уже Лисочка у папы на коленях, и он ей рассказывает про машины там. Джулиса! Лезь, Ванесса, лезь к папе, лезь. Поставь, Мелисса, вот тут вещи, и тоже лезь. Залазьте, вы туда все поместитесь. Фу. Девчонки, к папе, вся семья в сборе. Там можно сзади полежать, ну, я думаю, все это знают. Здесь откладывается, можно спать, как двухъярусная кровать. Там рация. Ну, в общем, вот так хорошо здесь. Мелисочка не смогла маму оставить без подарка сегодня. И пошла выиграть для мамы шапку. Это для тебя. Да, спасибо. Вот, теперь вся семья в комплекте, у всех теперь есть шапки. Лисюшка. Наша самая худенькая девочка. Richtig drauf!
можно также пострелять из лука. И это третий штацион. Здесь очень много для маленьких детей. Вот такие хюпфбурга, такие замки, батуты. Не знаю, как они правильно называются. Сегодня мы прыгали много, Джулиса прыгала, и у нас случилась сегодня авария. Джулисочка упала, ее толкнули, и она себе личико разбила, зубки. Ну, вымазался, это ничего страшного. Но вот личико она себе подпортила немножечко, и зубки, десенки там разбила. Да, и язычок. Вот, сильно ее очень толкнули. Ну ничего, до свадьбы заживет, мы с этим тоже справимся. Все весело, все хорошо. И мы сейчас идем уже домой. Заканчивается праздник, потихонечку все собираются. Уже все мы тоже устали. Целый день здесь гуляем, ходим. И сейчас идем домой к машине. Вот полиция также сидит слева. Также есть и полиция из Франции, жандармерия. Вот такие трибуны информационные стоят. И мы сейчас идем к машине. Также вот можно кататься на пожарной машине. Поднимают вверх, вниз. Можно покататься, но уже, наверное, навряд ли. Мы успеем, потому что уже все заканчивается, все подходит к концу. Мы все равно все обойти не успели. Просто невозможно обойти все, нереально. Столько всего много, тут прямо целый город. Огромный-огромный город. Все обойти невозможно. Но мы достаточно нагулялись, все устали. И сейчас поедем домой и будем отдыхать. И наслаждаться остатком этого дня прекрасного. И я всем желаю хорошей следующей недели. Пускай у вас всегда будет в душе светло и радостно. Всего вам хорошего. До новых видео. Пока. Я все-таки хочу еще снять для вас. Вот так вот высоко поднимают на пожарной машине. Сидят там. И сейчас их будут опускать снова вниз через какое-то время. Там рассказывает человек, сидит, все показывает, все рассказывает. Проводит такую небольшую познавательную, видимо, экскурсию. И вот опускают уже вниз. Происходит. В общем, детям и
взрослым, все это очень интересно. И сейчас я уже прощаюсь с вами. До новых видео. Пока.